Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 10 декабря. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Гусь стоит на одной ноге, к ветру. Слабая тяга в печи. Погода переменится на снежную и пасмурную. В старые времена этот период называли тусклым безвременьем, засельем морозов и ветров. Снег, иней, холода. А какая же погода ждет нас завтра, 10 декабря? Сейчас я вам об этом поведаю. В станице Северской, Северского района Краснодарского края, воздух прогреется до 7 градусов. Местные, наверное, уже отвыкли от осадков. Вот они и решили наведаться. Правда, не завтра, а послезавтра. В деревне Северово Подольского района Московской области температура воздуха опустится до 6 градусов. Воскресенье будет свежим и солнечным. Самое время достать из шкафа коньки и вперед на каток. В поселке Северный Коммунар Сивинского района Пермского края минус 11. По прогнозам синоптиков, в выходной еще похолодает, но совсем немного, на пару градусов. В поселке Северо-Енисейск Северо-Енисейского района Красноярского края аж минус 25. Ух, аж самому холодно стало. Думаю, сибиряки знают, как нужно одеваться в такой мороз и как отогреваться. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь, да хранит вас Бог.